Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, ну что? Моя любимая розочка. Так, подожди секунду, да, я гляну сейчас, ребят, колоду. Та или не та, блин? Слушай, опять не та. Понимаешь, дело в том, что у меня колода... Она поменена, абсолютно другая. Так, это третий, да? Третий номер. Давай посмотрим, что у нас здесь. Это тоже не она. Это не она, ребят. Она похожа на третий номер, но у меня там некоторые, как тебе сказать, доработки по ней сделаны. Например, у меня вот это вот отсутствует абсолютно. У меня стоят ландшафты, которые дают подсолнухи. Так, давай посмотрим четвертый. Блин, с каплями это вообще какой-то трэш, ребят. Вот эта колода сейчас только что была. Четвертую колоду надо убирать. Удалять ее куда подальше, если честно. Слушай, совсем не то. Совсем не то. Это не те колоды. Я тебе говорю, похоже на четвертый номер. Очень похоже, приближенно прям. Но... Вот этого у меня нету. Гриба, это раз. А что у меня еще? Подожди, это точно четвертый номер? Мы разве с тобой... Погоди. Или я третий номер тогда смотрел? Подожди секунду, сейчас определюсь. Так, здесь все норм, все норм, все норм, норм. Вот за исключением, ребята, вот этих ландшафтов. Эти ландшафты... Поменены вот так. Да и тут, по-моему, один ландшафт, если я не ошибаюсь. Ну, в общем, давай попробуем так. Как-то странно. Почему я играю в одну и ту же игру под своим же аккаунтом на разных платформах? Да, тут, конечно, Android. Там у меня этот iPad, да, iOS. Почему такая фигня происходит? Почему они не синхронны? Я вот этого не пойму. Ну ладно, давай будем смотреть, что у нас получится. Не громко, ребят, музыка, потому что что-то у меня как-то кажется громковато. Так, ну здесь ясно пропускаю. Мне просто интересно знать, на чем он играет. А что у него за колода? Так. Хм. Да я даже не знаю, ребята. Мне и прикрыться, грубо говоря, как бы и нечем. Пока нечем. Пропустим ход тогда уж. Но он сейчас может выставить какую-нибудь дичь жесткую против меня. Понимаешь, о чем я говорю? И он ничего не стал делать. Почему? Почему он ничего не стал против меня делать? Мне вот это непонятно. Прекрасно. Эх, прекрасно, эх, прекрасно. Давай еще так сделаю. Я просто не знаю, кто там у него находится. Теперь знаю. Теперь я, ребята, все понял. Да. Интересно. Что же он хочет придумать? Неужели у него еще есть такая одна, а? На удивление нету. Но у меня как бы не особо много выбора, да? Давай уж на чистоту.
Так, два урона. То есть ему очень сильно мешает, да? Прям засвербило у него там все. Угу. Опять, да? Хорошо, я сделаю так. И вот так. Опа-на. Шесть в лицо, да, значит? Ну, давай, хорошо. Шесть в лицо мне прилетело. Неприятно, друзья мои, неприятно. Так. Еще, наверное, одна, да, там? Окей. Сейчас, секундочку. Ну-ка, ну да, да. Еще, ребятушки, одна такая же пакость. Ну, по-моему, у тебя, парень, должны закончиться уже, насколько я могу понимать. Эти все засранцы. Да, друзья мои? Вот так вот сделаю я. Кактус. О, спасибо, братан. Спасибо. Так, ну у него еще энергия есть, да? Не стал тратить. Так. Ну, это уже от безысходности, друзья мои, начинает он тут. Так, что мы можем сделать? Там 6 в лицо прилетит. Ну, наверняка прилетит 6 в лицо. Так, друзья мои, ну тут выбор невелик. Сделаем так. Сделаем так. И сделаем так. Угу. Окей. Так, ребят, нам надо как можно быстрее выставлять вот этого парня. Это я тебе точно говорю. Это я тебе точно говорю. Если мы не выставим, будет крах. Но благо у нас еще есть один, поэтому... как-нибудь это дело переживем. Чем так сердце колотится, а? Неужели так переволновался, а? Фух. Неужели, друзья мои, я так сильно переволновался? Давай вот так вот сделаю. Фига мне колотится. Так, два урона. Ну, потратил последний, ребят. Ну, теперь я знаю, что у него ничего нету. Тут конечно, не очень хорошо, да? ХП в основном. Но, наверное, еще не в курсе, да, что у меня есть еще. Так, ну, что у нас там выпадет? Понятненько. Вот сюда вот мы поставим. Ну, вот пускай там курица стоит. И бамс мне в лицо.
Мне интересно, как он будет вот это контролировать. Просто очень интересно. Наверное, не получится у него нифига. Он, наверное, сдастся или просто не будет делать ход. Вот и все. Сдастся. Справедливо. Начинал он резво, лихо. Друзья, никаких претензий нету. Но вот под конец он ребята, меня мог бы развести на этих могилах, на этих танцовщицах, да? Если бы он чуть-чуть бы попозже бы стал выставлять их. А он их слишком рано в поединок стал выкидывать. Блин, ну тут что-то вообще как-то не айс. Ой, не айс, ребята. О-о-о, вообще не айс. Пипец, короче. Слив катки, ребят. Подожди, а в этой колоде у меня присутствует этот травин... Ну куда ты? Куда ты своего хлыща выставил? Иди отсюда. Так, у него что, телепорты будут? Да, скорее всего, ребят, на телепортах работает парень. Ну, а мне, как видишь, нечего поставить. Все тут. Третий ход минимум. Да и то. Ну, я так и думал, ребят, что он будет эту фигню ставить. Я так и думал. Но что мне здесь делать? Мне здесь делать только можно следующее. Вот так вот. Да, он превратится в какую-нибудь фигню, но не больше, ребята, трех энергии. Это я тебе точно говорю. Тем более, мы ему ландшафтик-то... О, гаргантюа. Я не поверю, если он будет работать на гаргантюах, ребят. Сейчас заморозку влепит, смотри. А, куча ландшафтов. У него куча ландшафта, друзья мои. Так. Мы его выкинем ведь, так, друзья? Или что будем делать? Серьезно? И он их хочет превратить, да, в какую-нибудь шляпу. Он хочет их превратить. Ну окей, давай. Я же говорил, будет превращать. Такс, лишь бы у него там не было это. Это мы переживем, а вот нормально. Ну, что делаем? Нет, парень, у тебя больше фокус такой не прокатит. Не-не-не-не. Ты серьезно сейчас? Я, друзья, конечно, все... А, вот так вот. Друзья, ну туда. Тут он меня немножечко взял врасплох. Мне кажется, лучше получить 7 урона, да, чем... Давай, сделаем так. И вот так. Да, 6 в лицо неприятно, друзья. Но зато у меня преимущество по картам. То, что там дудеть будет, это уже другая песня. Мне просто интересно знать, как он будет сейчас выкручиваться. А как я буду выкручиваться? Что ты делаешь, Рэй, тупорылый ты, дебила ты кусок? Ну ты чё, слепой, что ли, не видишь? Твою налево, ну ядрён матрён, ну... Всё, ребят, по-моему, приплыл парень. Да? Я сомневаюсь, что у него там есть какая-то ракета или еще что-нибудь в этом роде. Все, сдулся.
Ну как можно было, блин, промахнуться-то на... Ну как можно было под солнцем промахнуться на шипастую эту, блин? Ну, вот меня вот это вот убивает, ребят. Ну сам какую-то фигню делаю, блин. И потом от этого начинаю, блин, возмущаться. Такую чушь, блин. А сейчас мог бы сфейлить, ребята, катку. Если бы у него, ну, грубо говоря, предположим, была бы двойная атака. Ну, я понимаю, конечно, что ее не было бы, но все равно, ну, мало ли вот такая вот ситуация подвернулась бы, да? И тебе просто в лицо прилетает. Ну, игра, ну ты издеваешься надо мной вот сейчас вот. Вот ты сейчас издеваешься. Ну, что ты мне дала, ну? Вот что ты мне дала? Ну, дала мне могила заморозчика, да, я не спорю, это хорошая карта. Слушай, я хотел посмотреть про травяных этих... как их звать-то? Кузнечики или как они там? Надо посмотреть. Что-то ни разу мне не выпадает. По-моему, здесь что-то лишнее до сих пор стоит. По-моему, здесь один лишний вот этот. Их 4 штуки, наверное, здесь стоит у меня в колоде. Должно быть 3. Кузнечика нету. Сейчас посмотрю. Если он сейчас сдастся, я посмотрю, ребят. Вот прикинь, какая фигня, да? Чтобы нам с тобой получить задание, например, да, вот эти, мне нужно перейти на русский язык, зайти в игру на русском языке, взять задание, потом перейти на английскую версию, и только после этого здесь будет... А, нет, вот смотри, одно задание есть. Выиграйте безумным зомби-героем. Так, смотрим, друзья мои. Нет, есть. Ну, одна штука, а должно быть две, кто-то лишний здесь. Здесь кто-то, блин, а кто здесь лишний-то? Лишнего-то никого я не вижу. А, вот он, господи, я думаю, кто тут мешает мне жить? Ну и где он? Погоди, я ничего не понимаю. А, так их две штуки, парасете. А кого тогда нам надо добрать? Кого тогда мне надо добрать? Скажи-ка, блин, мне на милость. Чё-то я совсем не помню. Хоть бери планшет и смотри. А! Вот. Все, я вспомнил. Я вспомнил, друзья мои, кого здесь не хватало. Но там еще, на самом деле, у меня один, который откидывает надгробие. Ну, это можно взять в планшет и посмотреть, друзья. Что там не так? Да, начало такое. Душевное, блин, начало, я тебе скажу. Наверное, мне надо было это вместо того брать. Ну, что его превращать? А если он превратится в какое-нибудь ненужное мне... Давай оставим пока. Пускай он там... Он будет ландшафт ставить, скорее всего, ребят. Или использовать телепорт. Ну, чтобы его превратить в кого-нибудь. Да, скорее всего. Пират. Ну, пираты, я уже думаю, как-нибудь переживем. А вот этого надо убирать отсюда. Если честно, я вот этим 1000 лет не пользовал. Не играл, блин. А че он замер? Почему он замер? Давай пропустим ход. Какая-то колода в руку попала вообще, ну... Очень плохая. Ага, телепорт, ребят, все-таки есть. Все-таки есть. Все-таки есть у него телепорт. Да, и вот здесь вот, конечно, немножко обидно. Во-первых, там непонятно, кто будет. Вот так вот я сделаю. С своими курицами.
Ага, заморозка. Неприятно, неприятно, друзья, конечно, неприятно. Заморозка. Давай сделай вот так вот. У него есть телепорт. А, заморозка у тебя еще одна есть. Ну, на следующем ходу он доигрался, друзья. Вампирчик. На следующем ходу он доигрался. Ну да, давай сделаем так. Акула, да, значит? Окей. Значит, акула. Не очень, конечно, ребят, приятно, но... Поехали. Через акулу решил, да, гад, сыграть? Так, что он дальше предпримет? Даже так? И даже вот так. Угу. А зачем я это сделал сейчас? Интересно мне знать, зачем я это сделал. Интересно. Кто там может быть? Вот в чем вопрос. Ага, даже вот так вот. Ага. Ну давай, поехали. Меня эти телепорты вымораживают, а? Да успокойся ты. Все, так, а у него, по-моему, этот с этими, да, идет? Понял я. Так, а этого-то надо тоже хмыря как-то убирать, ребят. Он же его поставит обратно? Ну, поставит, да, по идее. По идее, поставит. Ну, это ожидаемо, друзья, это ожидаемо. Что он сюда влепит сейчас, не знаю.
Так, у него еще есть телепорт. А, вон что у него. Слушай, ну на самом деле очень фигово, ребят. Для меня здесь. Сыграл какую-то фигню. Если честно. Давай, наверное, сюда поставлю. И вот так. Он кого-нибудь сюда поставит, наверное, да? Мне кажется. Ну да, телепорт у него есть. Сейчас сюда влепит кого-нибудь. Блин, ни стебелечка, ни хрена нету, блин. Вылез, блядь, идиота кусок. На, блин. Паршиво, паршиво. Он может поставить заморозку. Давай сделаю вот так вот. И вот так. Прям вообще не айс. Я так и думал, ребят, что заморозка здесь будет. Что за колода, блин? Ну что это за дерьмище такое выставилось, блин? Я в шоке, блин. Ничего толкового, блин. Ни стебля, ничего не выпало, блин. Где эти кузнецы, блин? Кузнецы вообще не выпадают. Хрень, да все тут уже, ребят, бесполезно. Нет, это меня не спасет уже. Это не спасет. Кукуруза, вы... Я знаешь, где лопухнулся, ребята? Когда выставил свеклу. Мне не надо было убирать кукурузу в тот момент. И с телепорта мне не надо. Мне вообще не надо было ее ставить. Да бог с ним, стоял бы он там, да и стоял бы. Нет, вот нафиг надо было, блин, выставить, прикрыть свою задницу. И вот из-за этого я, ребята, сфейлился. Когда свеклу поставил сюда, вот можешь пересмотреть там момент этот. Мне не надо было этого делать. А второй момент, где я лопухнулся. Зачем я взял два ростка? Вот скажи мне на милость, нахрена я взял два ростка с собой? Вот из-за вот такой вот невнимательности у меня и получается, блин, кабарда. Этот что свои, этот шаманит, блин. Шаман фигов. Наверное, на перемещениях будет. Скорее всего, мне кажется, на перемещениях будет играть он тут. Такое, блин, складывается почему-то ощущение. Разгон делает. Да, скорее всего, что-то в этом духе будет. Давай я подожду. Еще будешь разгоняться? Ага, ну видишь... Он разгоняется. Знакомая, знакомая, ребята. Сейчас еще сундук, да? Нет, только один сундук почему-то он взял. Угу.
Серьезно, что ли? Нет, парень, это ты погорячился, конечно. Завязывай давай так дурковать-то. Так. Давай сделаю вот таким вот образом. И вот так. О, даже как. О, ракету потратил. Ну и на... Отлично. Так, три карты у него, да? Блок. Нет, блок не сработал. Давай, наверное, уберем его отсюда. Ничегошеньки не стал делать. У него же может яд быть, да? Ракета есть, интересно, еще у него? Так, 6 и 7. Ой, как неприятно, ребята. В кого? Давай в слабую. Блин, 6. Так, ладно, с этими, он сейчас может переместить. Нет, не стал, ребят, перемещать никого. Никого никуда не стал перемещать. Очень хорошая карта выпала. Такс. Это все, да? Это все, что я хотел тебе сказать. Ах, поехали. Если он сейчас поставит, ребята, захочет... О, если он сейчас будет их захочет превратить, поверь мне, ничегошеньки у него не получится. Почему ты-то вылез сюда? Опять хорошая, ребят, карта выпала. Так, он опять за свое. Он, друзья мои, опять за свое. Ну... Ох ты, откуда у него эта карта, друзья? Ну ладно, превратит. Надеюсь, одного-то там как-нибудь, в кого-нибудь там, что он там. Смотри, еще одна. Еще, откуда у него такие карты? Ребята, я что-то не понял.
Так, только не говори, что у тебя бонусная атака будет. Тебе все равно же в лицо 7 прилетит. Да? Так, он еще сюда ставит ландшафт. А выдержишь ты? По-моему, нет. Да, серьезный был поединочек на самом-то деле. Но мы выстояли, друзья, мы выстояли. Так, блин, маги. В последнее время, друзья, маги меня наказывают. Не спасает ничего, к сожалению. Я сейчас проверю. Если у этого мага будет поджопник, то это будет плохо. Давай, Бифи. Бифи. Бифидок. Ну давай ты ставь там уже что-нибудь. Первым пойдет кузнец. Если у него будет поджопник, то это, скорее всего, ребята, крикунья. То это, скорее всего, у него будет крикунья. Других вариантов здесь быть не может. Хотя, если судить, что он 21 ранга, ну, ты понимаешь, ранг здесь мало чего говорит. У него нет крикунь... Ой, этого поджопника. Но он, может, ему и не достался просто-напросто. Так что это ни о чем не говорит. Так, пошел разгон. Плохой знак. Предчувствие, ребят, хреновенькое у меня. А интересно, ландшафт у него есть? Ты смотри-ка. У него ландшафт есть, друзья. Так, только не говори, что у тебя в могилах сейчас будет, чувак. Так, берет карты. Блин, курабойщик, друзья мои, будет. Все. Тут определенно будет курабойщик. Ну и что будем делать? Прикрывать свою жопу? Других вариантов пока нет, ребят. Я думал, там что-нибудь посерьезнее будет. А вот и поджопник, ребята, про который я вам говорил. Так, ну радуется-то он, конечно, рановато. Радуется он рановато. Да что ты. Молодец. Красавчик просто. Просто красавчик, ребят. Чуть-чуть не тупанул. Ну тут, конечно, в блок я ему ударю. О, у него еще ландшафт. Друзья, ну это не есть хорошо. Сейчас Эврика ему выпадет, да? Как обычно. Или что, два танцора? Нет. Выпала сосиска. В тесте или без теста, блин, как это назвать.
Даже как. Окей. Ишь, я не знаю, кто здесь. А здесь фигня. Так, ребят, у него две карты. У нас еще вырастет подсолнух здесь. Какая-никакая защита. Ой, пошли стебельки, это уже прекрасно. Это уже... Блин, он задолбает своими этими, а? Все? Закончилась твоя песня, блин. А если там... Ладно, посмотрим сейчас, кто у него там. Ага, не очень... Не очень, ребята, радужная карта. Вообще не радужная карта. Давай его превращу там в каком-нибудь... непонятное существо. Вот, пускай вот это вот и будет. Еще вот так вот сделаем. И еще сделаем вот так. Пипец у меня рука. Ребят, здоровски просто, великолепно. Ладно, сейчас попробуем одного в кого-нибудь превратить. Я не знаю, правда, в кого мы там превратим. Как мы будем, блин, тут дальше драться? Я тебя понял. Ой, друзья, я даже не знаю. Ну, давай сделаем вот так вот. Вот так. И вот так. Ну давай, сейчас. Ребят, вот этого достаточно будет. Все, да? Всем, если, блин, всем в лицо. Я думал, сейчас откинуть успею, ребят. Ну, походу, я не успею откинуть. И походу мне 7 в лицо... А, нет, подожди. Ну если блок только сработает, ребят, я не уверен. Есть. На 11 карт, ребята, его цель была 11 энергии накопить и выпустить Гаргантюа. Он, в принципе, реализовал. Я считаю, что очень даже неплохо, ребят, получилось. Вот эти стручки, которые мы с тобой получили в самом начале, они сыграли колоссальную роль здесь. Я думаю, что ты со мной согласишься. Они просто затащили игру вот в данный момент. Это именно те стручки, блин, которые стоят одну энергию.
Но 4-4. То есть вообще круто. Но их надо реализовать. Вот он, вот он. Блин, ну против него ставить стручок. Ну, такое тоже себе, ребят, удовольствие, если честно. Сейчас кого-нибудь поставят, мы в розу превратим. А, вот так вот даже. Так, ну он его бомбанет. Он же бомбанет сюда этой молнией, поверь мне. Кошеглазый. У него есть заклинашка. Блин, танцоры. Неужели шляпник? А, или капля. Ну что-то такое будет, ребят, неприятное. Угу. Интересно. Интересно. Ну это первый кандидат на заморозку или что там будет, я не знаю, ребят. Неподходящая фигня. Я так и думал, ребят, что шляпник. Я так и думал, что будет шляпник. Этот 6-4 станет, да? Поехали. Так, ну этого надо превращать уже. Хорош тут дурака валять. Так, неужели еще один шляпник сейчас выползет у него, а? С одной стороны, это хорошо. Просто понять бы, кто там у него находится. Так. Ага. Куда он собирается ракету? Сюда? В меня, что ли, бомбить? Ага. У него ничего не осталось, да? Осталось там. Мы с тобой, естественно, поставим хилку сейчас. Тут даже не обсуждается, друзья. Мы поставим с тобой хилку, захиляемся, причем хорошо так захиляемся. А дальше оно лесом не гори. Ну окей. Это тебе не поможет. Это тебе не поможет. И он это уже понял. Ну что, ребята, вот опять же Роза, мой любимый на данный момент персонаж. Я ей отыграл. И как бы считаю, что успешно. Несмотря на то, что я принимаю прохладные
прохладная и душистая. То есть я такой не очень хорошо соображающий человечек сейчас в данный момент. Но тем не менее очень хорошо. Так, ладно, ребят, давайте попробуем выиграть безумным зомби-героем. Безумный зомби-герой — это у нас, по-моему, это у нас безумный зомби-герой. Бесенок. Не зря его называют бесячим паразитом. Посмотрим, что получится. Ой, гриб. Я уже и забыл, что он существует. Блин, я его 1000 лет не видел, ребят. Гриб этот. Очень-очень плохо. Ну что тут? Ну что это? Бочка? Ну, бочка нормально. Бочка нормально. Бочка — это хорошо. Он 100% будет ставить ландшафт. Наверное. Раз он начинает единички, друзья мои, выставлять, значит, значит, жди беды. Стоит ли мне ставить его, а? Сюда? Я, наверное, воздержусь, друзья. Пока немного урона нанесли, потерпим. Ага. Какой шустрый. Давай я сделаю так. Ага. Ну, сюда переместим. Давай на воду, пожалуйста, на воду, встань на воду, на воду, на воду, на воду, на воду поставь, на воду, на воду. Молодец, красава. Красава. Вот так теперь сделаем. Да чтоб тебя. Я сам в шоке, ребята, от себя. Что тут вытворяю? А нафига я его сюда поставил? Можно вопрос? Только не бочку, пожалуйста. В кого? Ну, придется этот гриб выкидывать, ребят. Ноет там, скулит. Виноградина, еще не легче. Придется ее теперь выкидывать. Я, наверное, ребят, пожертвую вот этим, чтобы уничтожить вот это. Когда у него виноградина взял еще, а?
гениально. Гениально, друзья мои. Так. Так, 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 так. Виноградин же он все равно поставит, да? Поставит. Поэтому я сделаю вот так. Так. И пока все. Ну, допустим, солнечный удар, да, я не спорю. Хорошая карта, солнечный удар. 3 урона здесь. Это неразумно. Это неразумно было сейчас в данный момент. Но ну, давай я так сделаю, да фиг с ним, ребят. Ну, это нам не помешает, ребята, нанести урон. Это мы бомба... А, нет, я не бомбану, друзья мои. Он подобьет здесь. Ну, 13 урона, чем он может нанести? Ну, даже поставит он виноградину. Ух ты. Что ты... Что ты творишь? Я не понимаю. Что он делает? А, ладно, в принципе. Нам-то какая разница. Ой-ой-ой-ой-ой, ну-ка. Понятно. Грибы. Грибы отсюда. Но ему в любом случае крышка, ребят. Чё бы он сейчас сюда не вставил, не поставил, я ему 4 в лицо просто ракетой, ребят. Ну поставил ты этого хламана, ну что? Так, только не говори, что у тебя клуб... Нет у него, слава богу. Все, ребят, запускаем торпеду прямо... Прямо в его мордочку, в шарфе. Прекрасно? Прекрасно. Да. Я действительно против гриба, ребят. Тыщу. Я привык, что он там... Подожди, а почему не выполнили задание? Ну, Бести безумный. Безумный. А безумный у нас... Гаргантюа, наверное? Ой, 1000 лет за него не играл, друзья. Еще и колода такая сейчас паршивая будет. И сейчас, если роза выпадет. Ну, даже если и этот выпадет, тоже не очень приятно. Ну да, колода на Гаргантюа у меня здесь. А он сейчас начнет орехи, шмигехи. Да еще и выплаты, ересь какая-то, хилка. Ну да. Давай вторую горошину ставь, чтобы я вас сразу же всех скопом. Переждем пока. Переждал, блин. Этот же три? Три. Так что терпится еще, ребят. Еще терпится.
А вот это вот плохо. Че я делаю, Рэй, блин, ну трен-матрен, ну... Ну чё ты чушишь-то, блин, ну чушишь просто, блин, по полной программе. Ё-моё, ребят, ну все. Ну чё я тут сделал? Ну давай так вот сделаем. Я в шоке, сам от себя, ребят, в шоке. Да кто бы сомневался, что у тебя эта пакость будет. Хрюкал ты несчастный. Слов у меня на тебя нету, блин. Ну это для меня не помеха. Мне нужно что? Блин, этот ландшафт. Ладно, сделаем так. И вот так. Что дашь мне? Ну какое, твою мать, безумие, ну какое безумие, ну как, какой ты тупой, как сибирский валенок, просто, я не могу, прям, вот не могу, ребят, ну. Я не удивлюсь сейчас, если эта херобора еще одна появится. Да, Гаргантюа. Это пипец. Такой тупой. Блин, ребята, это пипец. Просто тупой. Кто у нас еще безумный? По-моему, вот этот вот. По-моему, ребят, я точно не утверждаю, но, по-моему, он безумный. Ну, Гаргантюа, конечно, да. Таким надо быть еще... Я не знаю. Ну здравствуйте, блин. Еще и орех. Это что за колода такая, ребята? Это что такое? Кактус? Что будем делать? Ничего пока не будем делать. Пока ждем. А он собирается хиляться, да? А он собирается хиляться. Рэй, ну я тебя умоляю, ну... Ну что это, ну? Чё он там... Чё он там задумал, ребят? А чё он задумал? Как ты думаешь? А что он задумал, друзья? Почему он сюда его переставил? Я теперь понял.
Я тебе понял, я тебе понял. Ну, не совсем, конечно, но... Я просто боюсь, ребят, что у него будет могилоед. И вот я не знаю, что мне сделать. Или этого поставить... Черт его знает. Вот серьезно тебе скажу, я даже не могу догадаться. Хиляться ему однозначно надо. Тыква. Прикинь, у меня нету бомбочки. Так, единичку одну надо будет оставить. Я сюда поставлю. Хреново это будет все. Бомбочка, да? Давай так вот поставим. Плане. Давай, бомби. Так. На свой страх и риск. Опа, опа, на. Ход конем пошел. Как неудачно, да? Как, черт подери, неудачно мы поставили. Ладно. Так, 5 и 5. Давай сделаем так и так. Сейчас, прикинь, могилоеда этого поставит. Ох, я буду веселиться. Который уничтожает 3 надгробия. Ты серьезно? Вот ты чепушила, а? Ты посмотри, ребята. Держал до последнего, а, жук. Вот это жук, друзья мои. Вот это жучара. Интересно, есть еще могилоед у него? Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Так, ну здесь хоть кто-то вылупится, это хорошо. А вот здесь-то что нам делать? Красава! Блин, ну от этого, конечно. Давай. Сейчас, прикинь, опять это колесо полетит. Блин, если он сработает, петушара-то убьют.
Ё-моё. Все, ребят, фиаско. Фиаско. Тем более здесь. Тем более здесь. Петушара подохнет, друзья мои. Ай, блин, ребята, я в шоке. Откуда? Что за колода? Я тебе серьезно, я в шоке от его колоды. Это сумбурт полнейший, ребят. Просто полнейший сумбурт. Никакой логики. Я даже... Ну, орех, ладно, я еще могу понять. Орех, который за 9, все, да. Но... Откуда он взял... С какой помойки он достал... вот это вот кукурузного короля. Вот это для меня, конечно, нонсенс, друзья. Ну, я серьезно говорю, я не шучу. Удивил, блин, просто удивил. Как он ему выпал, блин? Я ума не приложу. Но он ведь выпал же. Выпал же, друзья мои. Давай с тобой, наверное, сделаем вот так вот. Две карты еще получим. Гаргантюа и... И ракета. Наверное, на хилах будет работать. Да, друзья мои, на хилах. А я не буду ничего делать. А, помидорка. Жжж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 
пожалуйста. А вот зря я, кстати, поставил вот эту вот штуку сюда, ребят. Как зря. А ты спросишь, почему? Потому что сейчас кукуруза будет. Две кукурузы. Серьезно? Ну окей. Ну окей. Пускай там берет их, что хочет. Не-не-не-не. Я уже приблизительно понял, что ты хочешь сделать. Это не твой парень-вариант. Опа, опа, бонг-чой, еще бонг-чой. Знаешь, как удар, еще удар. Пока больше ничего не могу сделать. Друзья, я по картам как-то вообще в просадке в полном. Давай хиляй его. Так же улетит в помойку. Иди отсюда.
Так, что у него там? Родник? У него родник там должен быть. А, две карты берет. А тебе... А, нет, еще не хана, ребят. Еще не хана. Еще живет, еще дергается. Ему 4 в лицо, ребят, надо. Он сейчас поставит тут фигню. Хильнется довольно хорошо. Я его пробить не смогу, потому что у меня получается здесь один урон где-то так. На трешечку мы ему заполняем блок. Вот. Глупый ход, честно говоря, был. А с какого перепуга я взял, что я этого смогу поставить после хода? А, ребятушки? Скажите-ка мне на милость. Зашибись, я думал, что этот. Так, ну он отхиливается как может. А что ты сделал-то не так, как надо, грубо говоря. Но он хилы свои сейчас все потратит, друзья. Но здесь дело немножко в другом. Что я-то буду делать? Особенно вот здесь вот. Горшочек с медом мне поможет, да? Ой. Хо-хо-хо. Хо-хо. Еще и бонус на та. Нифига. Ребят, я умываю руки. Я 1000 лет не играл за зомби. Это что, нынче вот такие вот колоды, деки? Это что происходит? Я такое вообще не видел 300 лет в обед. Но я серьезно говорю, ребят. Я этим растением, я уже даже не помню, как его звать. Я уже и не знаю, кто им пользовался. Прикинь, для меня вот сейчас новинки. Я все за розу, за розу. А тут смотри-ка, что происходит. Прям удивляет и удивляет, ребят. Прям очень сильно удивляет. Смысл сундук ставить я не вижу. Я очень сильно удивлен. Я не буду ничего ставить. Интересно, а кто из росточка появится? Орех. Давай с тобой проверим вот так вот. А что проверим-то, блин? Поставил тоже мне. Еще один росток. Почему такой самоуверенный? Сейчас, бац, еще орех, да? Упс. Это, друзья мои, уже не орех. Это уже не орех. Это уже, друзья, не орех, не шиша.
Так. Что? Я даже не знаю, чего ожидать. Ну, что-то ожидать плохого стоит. Так, бонусная атака. Окей. Но этому хана и хана. Так, этому хана и хана. Что он дальше может предпринять? Фиг его знает. Тут, ребят, только остается догадываться. Есть у него могила, нет? Нету, блин. Фиг его знает. Ага, вон у него что. Вон у него что, ребят. А тебе не кажется, что это подозрительно больно? Мне почему-то, ребята, кажется, что это уж больно подозрительно, что прям сюда она встала. Прикинь, прям сюда, вот куда надо, встала. Так, бонусная атака есть. Давай сюда переместимся. Атакуем здесь, фиг с ним. Этого ханыгу мы замочим, да? Этого ханыгу мы замочим, допустим. Но нам нужно будет с тобой... Сделаю так. И... Вот так. Ракету оставим, ребята, вот на этого буржуя. Ракету оставим вот на этого буржуя. Угу. А дальше-то что? Бонусная атака 100% у него есть, ребят. Вот как пить дать бонусную атаку у него есть. Ты опять за свое. Ага, ну все, я понял. Так, превращаем в кого? Не вздумай стрелять. Я думаю, сюда переместим. Пипец, конечно. Неприятно. Очень. Так, 5 энергии. 5 энергии. Заморозка еще. Откуда я заморозка-то взялась? Так, ну что, кого откидываем, ребят? Вот этого ханыгу, да? Или этого? И, наверное, вот этого. И вот этого, да? Да пока ничего не будем больше откидывать. Так, я надеюсь, кто-нибудь путевый выползет. Слушай, ну прям замечательный чувак вылез. Так, две карты у тебя, да? Давай вот сюда вот поставлю. Ту-ту.
Так ты сейчас улетишь туда, вон, тутукать. Или не трогать его пока. Я вот так, ребят, сделаю. Да, неприятно. Получу сейчас в лицо, блин. Тут и тут. Давай свою там бонусную атаку, включу усиление атаки. Окей. Вот сейчас самое неприятное, ребят. Вот я его сейчас выкинул, да? А сам сижу и думаю, нахрена ты его выкинул сейчас? Ну нахрена ты, Рэй, его сейчас выкинул? Давай так сделаем. Как ты меня заколебал? Да выкину я тебя сейчас к чертовой матери. Достал ты уже абрикос, блин, фигов. Просто заколебал. Отсюда. Ты издеваешься, что ли, надо мной, а? Фруктелла, блин. Все, крышка ему, ребят. Фруктелла. Да, друзья, фруктелла, точно. Короче, я не знаю, что это за задание. Я сыграл бестия. Ну, безумным зомби-героем. Ну, безумный. В общем, друзья мои, ладушки, давайте мы на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.